Полицейские разборки в Кривом Роге. В день празднования второй годовщины нацполиции местный страж порядка устроил пьяный дебош. Отличился замначальника районного отделения полиции Руслан Песной. Он устроил драку возле ночного клуба, посетители вызвали патрульных, но и их он попытался избить, после чего все же поехал в отделение. Есть информация, что Руслан Песной якобы является племянником Василия Песного, генерала СБУ, которого народный депутат Владимир Поросюк ударил ногой на заседании парламентского комитета.